Привет всем жевжикам! Как у вас дела-то вообще? Что делаете? Как у вас денек? Что планируете вообще? Как сами? Я вот в Циву играю, кстати. Видео записываю для вас. На божестве. Sid Meier's Civilization. С новым патчем, с новым обновлением. За Россию, все как вы проголосовали. И с новым режимом варварские кланы. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании. Ну а спонсоры, в принципе, все во вкладке сообщества смотрят. Спасибо им за поддержку, и давайте я продолжу свои тут изыскания. Мы заселяем всякое разное. Вообще, вот тут опять море Лаптевых, но я считаю, что раз у вас тут еще есть Финский залив... Ну, то есть, блин, на море Лаптевых, грубо говоря, кроме Тикси ничего нет. Но раз у вас есть Финский залив, то давайте я вот этот город уже все-таки Санкт-Петербургом назову. Он, правда, Москвой становится, но, блин, какая Москва у нас на море? Не может быть никакой Москвы, поэтому Санкт... Слушайте, а давайте я его Петроградом назову. Был всего несколько лет. Хочется Петроградом что-то повеселее. Ну... Поинтереснее, мне кажется. Так, здесь сразу, наверное, купим рабочего. Много чего есть обработать. Плюс, наверное, не буду строить монумент. Вот Россия одна из тех цивилизаций, которые монумент не так уж... Ну, конечно, две культуры жалко, с одной стороны, да? Но... Тут не так важно быстрее присоединить все клетки, потому что уже сразу куча клеток присоединяется. Я бы с гавани начал. Не смотрите, что он там 97 ходов. Это временное явление. Город будет постепенно расти и все намного быстрее построится. Так, вот этот у нас посел туда идет. Так, ну и в принципе, вот тут еще мы ставим город. Тоже Финский залив. Ну, чё, какой-нибудь... Давайте Кронштадтом назовем. Или Выборгом. Не, Кронштадт. Мне нравится, но просто название Кронштадт. Не, а можем каких-нибудь там вообще этим Шлиссельбургом, знаете, вот что-нибудь такое. Так, тут рабочего мы не будем покупать. У нас тут вон в Тикси все строится. Рабочие. Сюда только лошадку бахнем. Ну, тут, кстати, имеет смысл монумент. По той простой причине, что у нас тут будут влиять города. О, а вот тут надо обязательно клетку выкупить. Что у нас будут тут влиять города. О, вот тут плюс 4 у нас. Просто на ровном месте плюс 4 кампус, например. Потому что геотермалочка и риф. Сразу поставим, чтобы не забыть метку. Так, и, как я и говорил, ну какой Саратов тут? Какой Саратов? Кронштадт. Конечно, очень странное расположение Петрограда и Кронштадта. Питерцы это спорят, такие думают сейчас, да. Блин, может мне тут вырубить лес? Ну, вообще, этого не видно, извержение. Ладно, давайте пока лесопилку. Вырубить мы всегда успеем. Так, тут тоже сделаем лесопилку, потому что не дали твари в прошлой серии. Что ж вы, твари, на Феррари Махабодху мне зажали. Построено. Не знаю, но в Киеве нету смысла прям... Так, да. Тут, кстати, сохранилось производство. Я думаю, этот надо строить. Колосс. Это дополнительный торговый путь. Никогда не помешает. Так, ну и в итоге... Ладно, давайте я здесь еще лес обработаю. Не знаю, нафига я тут лажу.
Я вот даже не знаю, если мы найдем эти руинки, я даже, по-моему, их не смогу собрать писателем, если я ничего не путаю. Да, бедный Вавилон в осаде. Ну, я не знаю, но вот этими армиями 56 силы не берется, мне кажется. Так, конечно, есть катапульт, но, по-моему, даже катапульту уже убили. О, изящная арка. Ну, так себе, честно говоря. Ой. Ой-ой-ой. Далековато. Так себе чудо природы, изящная арка. Так, мы, наверное, не про... Какой варварский... Вот здесь... Каждый ход, возможность, да, что превратиться в город, наконец-то. Мне, кстати, писали в комментариях, что... Так, осудил Назгал. Ну, это из-за того, что я 100 претензий, что я селюсь рядом с ним. Писали, что у них вообще не получалось, чтобы в города превращалось. Но вот у меня тут есть... Так, катастрофическое извержение. Надеюсь, вот эти два населения это в Наске потеряны, а не у меня. Я ж только недавно город поставил. Не должно быть в Новгороде, просто потому что я даже тут вот поселенца ведь и недавно сделал. Я думаю, что это в Наске потеряно. К сожалению, не пишет. Да, Наска, Наска. Так. Еще дополнительное количество торговых путей. Это я тут где-то маяк построил. Ну, как я говорил, я их покупать просто буду. Доступные пути. Из Соликамска в Адуатуку. Ну, в принципе, почему? Да вообще в Адуатуку, я так понимаю, мне самое выгодное. Из Смоленска, из Казани, из Соликамска. Давайте просто купим тут торговый путь. Подождите, давайте теперь подумаем, надо ли мне где-то еще города? То есть вот у меня уже есть куча веры, но, собственно... Кстати, я вообще-то могу вот здесь еще поставить город. Да, тут даже нету влияния. Вот здесь вот, скорее всего, все будет колумбийское влияние, да. А вот сюда вполне. Сюда вообще надо отправить. Так, я бы в Кронштадте купил посело сюда. Но все равно он стоит-то всего 220. Что я думаю, можно тратить веру на покупку торговцев. Что у меня еще три хода, 220 будет стопудово. Подождите, а из Смоленска, по-моему, бегает, нет? Да. Из Смоленска бегает, из Казани. Давайте я из Киева лучше отправлю. Тут мы продолжаем строителей делать. Такие места. Мне кажется, у меня получше, чем вот у галлов и Колумбии. Так, с чего тут лучше начать? Наверное, все-таки с обработки апельсинов, потому что тут 4 еды сразу и еще 2 деньги. 2 деньги капает. Потом надо будет благовоние обработать, потому что у меня их нету. И они мне сразу дадут еще одно счастье. О, вот еще лагерь, который не превращается никак. Вот почему этот не превращается? В любой момент превращение в город-государство. Здесь, наверное, тоже, да? В любой момент превращение в город-государство. Мне, наверное, об этом и писали, что у них они нифига не превращались. Так вот, стояли в любой момент. Ну, посмотрим.
может быть и сломана. Если они не превращаются, то, конечно, бессмысленное немножко это состояние. Так, промышленная зона тут вообще пока ничего не дает. То есть без правительственной площади промышленной зоны тут нету смысла. Давайте тогда с акведука начнем. Ну, военную инженерию пока потихонечку. Я надеюсь, что я акведук построю. Соликамск. Ну, вот тут жалко, да, акведуки строить, потому что тут все равно у нас будет промышленная зона. Амбар. Амбар, не знаю, святилище. Кстати, мне бы и апостолов, раз я махабодхи не построил. Ну, не сейчас. Давайте еще глянем, что я тут могу за веру какие... За каждую клетку с чудом природы. Это у меня само набьется. Бесплатного торговца. Вот этого я бы взял, кстати. Еще один бесплатный торговец. Для России... А, ну тут надо решить, что в Соликамске строить пока. Давайте, наверное, все-таки... Давайте все-таки пока святилище, ладно. Так, меня осудил Гал. Я бы лучше возвращался тогда. Этим юнитом у меня есть куча писателей, которыми можно исследовать. Так, только не колосс. Ну, вообще, если был бы колосс, то была бы красная иконка такая. Темпломайор. Гал, что ли? Нет, кто-то другой построил. Ой, я нашел первым Аютхай. Ну, вы видели в моей игре за Японию, как Аютхая... Насколько Аютхая крутая... Что это за минус 3? Что это за обороноспособность гарнизона минус 3? Есть 49, а есть минус 3. Что это, блин? Ребята, харе ломать игру своими новыми патчами. Это то есть... Минус 3 это означает, что когда вы атакуете этот город, он еще сам себе 3 урона наносит, вместо того, чтобы вам снижать. Типа такого, что ли? Какой мрак. Так... Подождите, а откуда у меня этот корабль? Это он отбегал. Видимо, да. Отбегал в Адуатуку. 3 науки, хорошо, а по золоту? Нет, давайте по культуре куда? В Барсипу. 1-3-3-2-2. А в Адуатуку... 1-1-4-3. Не, ну Адуатуку все равно. Все равно. Так, Соликамск, судя по всему, тоже. В Вавилоне больше веры, потому что там построено явно свое священное место. Да. Все, в Адуатуку отправил. Так. Что мы тут дальше обрабатываем? Наверное, пойдем сюда уже вырубать леса, раз у нас сел Магнус. И я уже тут могу... А нет, не могу пока кампус строить. Ну, как раз 3 хода вот для храма. Блин, так надо подождать тогда. Храм 3 хода просто построить, а потом уже... Кампус. Бахать. Коняшка скачет. Через 2 хода мы тут купим посела.
Ой, блин, как всегда, везука, базука, какой-то, блин, этот тайфун налетел. Пошла калинка-малинка, я ее тише сделал. Это наша любимая тема в шестой циве. Боже, какие тут снега. Ну, нам, конечно, Ваюдхаю. Надо бы, но у нас пока недостаточно. Озарение для технологии Counterforce. Это, кстати, я сейчас если построю... Реально, если я сейчас построю колосс, вот мое озарение, я тогда следующим ходом отправлю туда посла. А, так вот, это они превратились в Ваюдхаю. Слушайте, вот оно. Вот откуда Ваюдхаю, вот почему минус 3. Фу ты, блин. Так и тут тогда этот скоро может превратиться в какой-то город-государство. Во, а я что-то гнал. Я не понял сначала, что это они превратились. Е. Так, мокша тут на все влияет. Ну, я бы не покупал миссионеров. Мне кажется, тут сейчас должно очень сильно православие распространяться. У меня такое ощущение. Так. Ну, это крутой город появился. Напоминаю, что он дает культуру за количество... 10% от постройки... потраченные на постройку зданий каких-либо. Есть колосс. Продвинули Counterforce, выполнили задание Аютхаи. Кинули, ну, теперь 12 хотя бы стало. Кидаем туда посла, становимся сюзереном. Кайф. Сейчас мы кучу культуры начинаем фармить. Так, слушайте, тут не проплыть. Тут только такой проплыв. Тут Аютхая стратегически верно стоит. Ну, блин, ну что это такое? Ну что ты вот тут встал, этот мечник тупорылый? Почему так пройти можно, а проплыть насквозь нельзя? Тупость. Так, стоим тут, ждем постройки. А может, кстати, может и вырубить. Чего его ждать? Видите, открыли феодаль, то есть достроили храм, нам дали кучу культуры. Может поставить эту? То есть мне уже на чудеса не надо, в принципе. Давайте строители два действия получают. Тут продолжаем. Сюда пойдем вырубать. Так, а тут сколько зарядов? Два. Но она эти два леса и вырубит, правильно? Тогда этим можно просто... Так, тут мы... А, блин, он не вырос до двух. А, давайте амбар. Блин, тут надо все-таки подождать будет один ход, потому что вырубать на амбар вообще нету смысла. Пойдем сюда шахты строить. Ведь я вроде из Киева уже отправил одну, да? Это я получил за счет того, что достроил колосс. Может, из Тикси тогда? Так уж и быть. Надо из Тикси что-нибудь на еду отправлять, иначе она просто не растет город. Совсем грустняшка. Нам надо хотя бы его до 7 вырастить. Сколько вы даете шансов на то, что на меня гал нападет? О, два табака можно. А где еще один? По-моему, в Тикси. Наверное, в Тикси надо производство табака делать как раз фабрику. Он тоже процент квери дает. Какая-то фигня тут исследовал, короче, вот это. Кито.
Занзибар. Так, а у галов все еще идет война с Вавилоном? Я просто думаю, что пока они там воюют, вряд ли гал мне войну объявит. Ну, знаете, от этого компьютера, еще раз повторюсь, ожидать можно чего угодно. Так, как называется, одно око? Этот клан явно не вырастет ни во что больше. Блин, хочется Гусу. Что-то давайте Киев выращивать. Сколько там? 2 хода до 9. О, тут еще рыбы надо обработать. Так, у нас вот тут бежит парень. Как раз рыбы обрабатывать. У нас еще тут не обработано. Это все обработанное. На еду, да, нормально. Хай растет, что мы в Киеве построим. А, конечно, правительственную площадь. Тут как бы особо без вопросов. Конечно же, правительственную площадь. Тут надо ромашку уже делать. Так, а что это за иудейские миссионеры в Смоленске? Что за приколы начались? А иудеи у нас вообще кто? Вьетнам, что ли? Это Вьетнам сюда? Блин. Не отменил военную инженерию. Вьетнам приперся распространять иудаизм. С какого хера, блин? Там у тебя 7 городов, ты хрен знает откуда приперся. Один город у меня обращаешь. Че, нормальный? Да. Видимо, надо обратно обращать. Вообще, карта сгенерировалась очень странная, честно говоря. Даже для континентов. Так, надо вообще глянуть, что у нас с селитрой. Пойдемте-ка мы в массовое производство, только через Counterforce. Так, и что у нас с торговцем? Торговые пути к городам, кстати, потому что 2 единицы веры. Крик боевой мощи. Ну, с человеком я бы, наверное, подумал на этого флотоводца, если бы еще хотел на кого нападать. Но тут я, конечно, хочу этого торговца. Я его даже, наверное, куплю, отложив на один ход покупку поселенца. Тоже неплохой торговец, но видите, он подороже уже. Дали проплыть наконец-то. Боже, я ж тут не проплыву по Канаску. А, какая бредятина. Так. Мне нужно сюда одного посла отправить, сделать, стать сюзереном Наски, чтобы вот тут, видите, тут нету океана, то есть я пока не открою каравеллы, я там не смогу тупо проплыть. Вот в чем дело. Блин, ну что, лян в Тикси посадить, что ли, раз я там делаю работников постоянно. Так, что у нас на еду? В Киев. Максимум на 3. Ну давай. Что поделать? Надо расти над собой. Сто две науки у Вьетнама. 90 у Гала. А лидер, конечно, Вавилон. Так, что у нас тут показывает? Не, кстати, Вьетнам лидер по науке. По количеству тех 28. 26. Ну, у меня 22. Это, кстати, не так уж и плохо. А, блин, тут же не проплыли. Я все время забываю, что там океан мешается. Боже, еще тут даже арбалеты стоят. Пробую отплыть от него. Валеты, я вот уверен, что это тоже варвары. Видите, минус 4, то есть только недавно создались. И, кстати, валета тоже мне очень в тему. Я теперь смогу все в центре просто покупать за веру. Мне ее тоже надо свою. Мне как-то вообще везет на города-государства, честно говоря. Мне куча веры будет, которая, собственно, теперь появилась, куда тратить. Так, зал для приемов.
Смоленск как видок есть. Давайте уже промышленную зону. Видите, уже плюс 4. Тут один ход откладываем, чтобы я смог кампус начать строить. Так, и здесь я хочу купить посела следующим ходом. Откладываем. Сюда схожу. Так, и тут откладываем, да. Да, ну по цифрам у меня хреново все. Кроме религии. Так, тут у нас рыбка. Киев рост. Три хода. Три хода, и у нас будет ускорена госслужба. Ну, пока средневековые ярмарки открываем. Но я, конечно, через монархию в теократию. То есть мне еще где-то рынок надо создать, а у меня больше, собственно, коммерческих районов-то и не будет стоять. Так, значит, не будем ускорять. Ай, блин, что ж так... Через жопу реально карту. То есть я на эту территорию вообще никак не могу пробраться. Теперь я еще и Наску не могу засоюзить. Мне надо что-то открыть на послов. Ну да, военную подготовку надо будет. Очевидно. И кинуть в Наску. А в Валету уже так. Потом по остаточному принципу. Так, ну тут мне уже нету смысла стоять. Вернемся на лес. Ну, наверное, уже давайте апнем лучников. Тоже как бы нету смысла это откладывать. Так, кат просил. А что там вообще еще просят? А кат это тоже какой-то новый появился? Да, вот, тоже, видите, обратился. То есть мы уже видели три варварских клана, которые превратились в города-государства. Вот, пожалуйста. Ну, акад атаки антикавалерийских юнитов и юнитов ближнего боя носит полный урон. Хотя, кстати, для осады тоже неплохо. Валета что хочет? Нанять великого торговца. Блин, я только нанял. Ну, Валету тоже очень хочется засюзеренить, потому что очень, очень много веры будет давать. Ой, очень много куда веру можно будет тратить. Веру туда она давать не будет. Так, все, наконец-то можно кампус ставить на плюс 3 и вырубать, соответственно, тут лес под него. А, вот у нас селитра еще надо брать, еще селитра. Кстати, мне бы быстрее ромашку тут организовать, пока еще не появились. Так, это у нас дополнительный караванчик появится, да? Не появился, если я могу его купить. Так, давайте сначала купим поселенцы здесь. А караванчик, наверное, из Новгорода надо. Или из Кронштадта. Конечно, надо и оттуда, и оттуда. Давайте из Кронштадта, потому что в нем меньше жителей просто. У меня реально этот Тикси, кузница кадров рабочих. Там скоро будет коммунизм, настанет это точно, они решат взбунтоваться. Очень интересно, я расселяюсь в этой игре, очень какая-то карта такая, ну уже городов вообще. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятый плывет, да? И десятый еще плывет. Да, забавно.
Забавно. Следующим ходом кампус будет. Не знаю, может не вырубать, а этот обработать. Селитру лучше. Просто один заряд остался у этого. Тут-то еще есть заряды. Я эти лучше пойду сюда. Тут поставлю шахту и тоже селитру обработаю. Вот и дамба. Бонус осет театральной площади. Два к жили. Но это, наверное, пока не будем ставить. Ничего. Тут давайте селитру. Для нарезных стволов. Тут шахту. И потом еще сюда пойдем. Так, вот тут, я уже думаю, можно вырубать лес под промышленную площадь. И сразу после... А, подождите, мне тут не хватает жителей. Ну, вообще, 4 жителя. Скоро появятся жители. Можно амбар следующим построить просто. Потом лавру. Ну, я бы дальше губернаторов рассаживал, потому что, видите, мы тут зал для приемов, то есть это будет сейчас счастье во всех городах. Я бы Рейну взял, наверное, в Кронштадт. Поселенец поплыл. Ну, тут все-таки уже не на пищу, а на... Ну, в какие... Ух ты. В Маре прям 12. Ну, давайте туда. Конечно, меньше, видите, науки будет давать, чем... То есть, Гал получается круче по науке, чем Вавилон идет. Странно. Потому что это две науки от бонусов именно... Или мне не так важна наука, чем... Ну, у меня денег как бы дофига, мне кажется, мне все-таки наука важнее. Вадуатуку давайте. Сейчас проверим, кстати, следующим ходом смогу ли я забрать руинку. Шестьдесят четыре барсика. Ну, я не знаю, судя по силе городов галлов, он просто не должен никак забирать Вавилон, в принципе. Но я очень рад, что Вавилон ослабили. То есть у него, считайте, 5 городов, судя по всему. Вот это 5-й. И этот... То есть тут Гал захватил город и просто его сжег. Нафиг такой. Нафиг этот город. Так. В Соликамске. Блин, и в Соликамске у меня все построено. Так, а что у меня тут не на рост стоит? Ну, давайте библиотеку. У меня в Аншане три посла сидят. Значит, что университеты будут работать. А университеты вон у меня следующим открывается. Могу ли я купить ученого? Многовато. Ну и, кстати, он не особо мне хорош. У меня все эти чудеса, видите, на одну клетку. Что это чудо, что это чудо. Казань пока на рост, кстати. Два хода до десяточки. Тут рост тоже. Так, еда рост. Еда рост. Там еще Ильян скоро сядет. Тут через два хода тоже на рост можно будет переключить. Да, все растет. Нормально. Петроград все еще сопротивляется, 40 ходов, типа, но... Вообще, может тут купить
Давайте я тут куплю рабочего, продолжим обрабатывать. Тут надо что-то на производство поделать. Возможно, даже имело смысл. Ну, блин, это вот сейчас смотришь, что имело бы смысл пансион на рыбацкие лодки. Но так-то на тундру неплохо идет. Извините, 10 производства, 12 производства. То есть без тундры это не было бы столько производства, да? Ну, с другой стороны, только всего лишь 2 лавры. Ладно, я надеюсь, на этот город еще здесь будет куча производства. Ладно, покупаю рабочего. Надо именно на производство здесь, то есть лесопилку поставить. Наверное, вот эту клетку купить, тоже лесопилку поставить. Жемчуг обработать. Жемчуг вообще даст производство? Я вот не помню, обработанный. Фабрика, подожди, а где у нас вот это, да? Нет, не дает он. Ну, рыбацкая лодка не дает. Так, это я получил посла. И хочу его, собственно, в Валетту 2 посла, чтобы... Точно в Валетту я хотел? На Ланда нет. А, я в Наску хотел, блин. Проплыть. Ну, в Наску надо. Мне надо проплыть, ребята. Иначе мы тут надолго. Это еще я не скоро буду картографию открывать. Это ж, блин, сколько я буду ждать. Плотоводца набил, отлично. Но я в темный век выйду. Тут как бы я даже не стараюсь особо. У меня тут уже, по идее, следующий... Нет, не следующий. Так, а не 5, но будет вообще с 6 зарядами. У меня Тикси... Вот, мне прям нравится, как он работает. Но я, наверное, сразу использую на 3 боевой мощи. Я не вижу, куда мне его тут отправлять. Я, конечно, я могу... Нет, не могу. Я бы его использовал просто. Тут у меня и так галеры плавают. Не вижу смысла его использовать как... скаута. Так, вот этот у нас вырубать идет. Это уйдет в Смоленск, да. Вырубаем. Видите, как раз один ход амбар, один ход рост до 7. А что иудаизм дает? Так, на всякий случай. Святилище их. Ну, кстати, тоже ничего так. Но мне, конечно, трудовая дисциплина важнее, потому что там будет это производство куча. Так, я решил, что... А, блин. Слушайте, мне надо не забыть вот этого рабочего сюда на табак отправить. Там фабрику построить. У нас Смоленск обрабатывает. Ну, в принципе, норм клет. Наверное, тут я, наверное, вот эти леса пообрабатываю. Ну, я бы уже в Киеве убрал пшеницу, только Киев до 10 сначала, когда вырастет. И... Ух ты, берет. Ты смотри. Я каждый раз забываю, на самом деле. Я это каждый раз проверяю и забываю. Берут просто... Вот что я точно помню, это то, что эти религиозные юниты не берут. Это вот стопудово. Давайте, наверное, вверху посмотрю сначала. Интересно, куда это он тут ведет поселенца, очень странно. Боже, как мне повезло, что... Гал воюет с Вавилоном. Во-первых, он Вавилон тормозит. Во-вторых, со мной не воюет благодаря этому. Я тут спокойно деградирую. Сижу. Знаете, куплю маяк просто за деньги. И куплю караван. Вообще, с кем-нибудь отношения могут быть хорошие? Наверное, из Новгорода. Давайте.
Так, кампус. Ну, кампус тут ставить точно. И тут вообще вот эта территория даже непонятно. Ну, вот я, видите, вот поставлен сюда акведук, сюда промышленная зона. Давайте посмотрим. Тут плюс 2 чисто из-за соседства с центром города, железом и гаванью. На самом деле здесь будет плюс 3 за счет каменоломни и акведука. Вот тут будет плюс 3. И, например, может театралку какую-нибудь сюда поставить. Лавра у нас тоже нигде нормальная тут не встанет, да? Ривкель Карнасит вообще бессмысленный. Блин, давайте, наверное, амбар. Не знаю, тут я так смотрю на эти... Смотрю на эти районы, вообще как-то грустно становится их строить. Есть монумент. Так, а тут что с промышленной зоной? Тоже никакого соседства нормального. Ну, тут один от... ну, в принципе, смотрите. Если мы здесь дамбу, да, здесь акведук. То вот здесь у нас будет на плюс 5 промышленная, да? Только с чего начинать? Тут как бы производство нет. Наверное, начинать с обработки клеток. На самом деле. Надо сюда кучу рабочих везти. Что думаете о захвате Самарканда? Самарканд, кстати, хорошо стоит. Компьютер. Не часто города-государства стоят вменяемо. Тут, например, у нас кампус на плюс 4, да? Ладно, давайте пока амбар. Я думаю, что не помешает. Так, госслужба. Эти наемников откроем. А я открыл сейчас военную подготовку, да? Да, наемников еще один. Еще один как раз посол, и Валетту сделаем вассалом. Я постоянно путаю. Вассал, сюзерен. Очень, очень похожие слова. Много одинаковых букв. Меня не беспокоит, что тут барагозят иудеи. Тем более, они обратились в Смоленск. У меня в Смоленске нету ничего, на что влияла бы моя религия. Ну... А, конечно, мне дают деньги, да, но у меня важнее трудовая дисциплина. То есть это понятно, Киев должен быть обращен, Тикси, Соликамск, там, где есть лавры. В Смоленске я лавру буду строить, я думаю, что к тому моменту, как лавра будет построена, я его обратно верну. Свою религию. Но мне бы еще вот в этот город как-то отправить. Ух ты, у меня уже воруют деньги, ничего себе. Вот это поворот. А вот и Киев в десяточку. Универы можно строить. Скидка на улучшение всех юнитов, я думаю, нету смысла ставить. Давайте госслужбу открывать. И, ну, собственно, в монархию. На самом деле, мне тут союз никто не даст. Так, с сюзерением... Валетту. Вассалим. 2 очка и по, блин, я так сейчас в нормальный век попаду. И я думаю, мне нету смысла больше покупать поселенцев, а вот покупать все в центре города. Ну, стены, я думаю, мне пока не нужны. А вот монументы... Везде. Тем более их покупка за счет Аютхая мне сейчас еще и кучу культуры дает. Кстати, я сейчас за веру накуплю зданий и просто божественное право этим ходом открою, прикиньте.
Да, наверное, даже и амбар тут сразу. Да, ну, слушайте, вот это Аютхая реально имбовый город-государство. Я считаю, что это не дело. Если бы он хотя бы работал так, как написано в нем... Блин, где он вообще? А в нем написано, что после постройки здания дают культ. То есть, если бы он работал только на постройку, это еще было бы более-менее нормально. Но так как он работает и на покупку зданий, то есть я за веру, за... Например, кто-то, кто взял пантеон на покупку зданий в театральной и в кампусе. И Аютхай у него в союзниках, прикиньте, как он может культуру поднять. То есть он конвертирует веру и в здание, и в культуру еще. Это как-то очень круто. Так, количество торговых путей увеличено. Зал для приемов. Ну, наверное, сначала промышленную зону все-таки, а потом дамбу. Да, тут плюс 4. Но здесь у меня будет дамба, которая еще плюс 2 даст. Хотя, слушайте, есть... А, ну тут это ромашка у меня. Нет, надо сюда. Надо сюда. И потом дамбу здесь. Так, этот строитель у нас сюда идет. Все время забываю. Так, вот следующий рабочий у меня будет уже с 6 зарядами. Просто вау. Желтый косел, самурай. Мне кажется, это нетолерантненько немножко. Почему желтый козел-то? Я понимаю, что это название клана, но... Боже. Мне кажется, Фераксис так засудить тут могут. За обзывание самураев желтыми козлами. Так, из Новгорода, наверное, все еще в Адуатуку отправляем. Ну, как бы мне так отношения с галлами улучшить, чтобы с ними союз заключить? Слушайте, я бы в Смоленске, кстати, развлекательный комплекс построил. Он работает на 6 клеток, да? 3, 4, 5... Блин, чуть-чуть. Что, на месте болота, что ли? 3, 4, 5, 6... Тут до Соликамска дотягивается, до Кронштадта тоже, до Казани тоже. Кстати, неплохая идея. Мне тогда надо где-то здесь еще чудо и вот сюда, наверное, театралку. Ну, блин, я лавру хотел. Так лавра-то покруче будет. Она должна и производство давать, и на соседние эти действовать. Ну, давайте лавру. Пока. Я бы, знаете что, я бы еще апостола взял и как что-нибудь там на счастье. Какое-нибудь верование. Так, мастерскую я бы здесь купил. У меня денег дофига. Что у нас, кстати, с великими людьми? Мгновенно стены создает. Уровень. Так, там еще у нас куча сейчас этих появится. Писателей, музыкантов и прочих. Понаедут на голубые огоньки. Тут я библиотеку. Наверное, универы уже надо тоже. Там же что-то ускоряет два универа. Кстати, тут тоже универ надо бы. Вот только Лян сядет, дострою уже этого строителя и буду универ делать. Не хочется мне эту кукурузу обрабатывать. Прямо скажу. Так, где мне тут еще производство взять в Петрограде?
Серьезно, город вообще без производства. И больше его нету. Ну, тут на самом деле верфь нужна. Видите, верфь дает одну единицу производства во всех прибрежных клетках. То есть вот с верфью Петроград более-менее станет. Ну, в принципе, вот я поэтому и говорил, что он грустный город. Тут вот ставишь город. Ну, а вот еще, кстати, холмик вот тут еще надо будет обработать. Этот Гомер, который исследует Северный полюс, и Овидий, исследующий Вавилонию. Ух ты, Корею встретили. Какие интересные цвета у Кореи. Так, и что, у нее 103. Как у Вьетнама больше науки, чем у Кореи? Я не понимаю. Что там у Вьетнама за... Что это? Почему? Просто почему? Корея даже не первая и не вторая по количеству технологий, а третья. Я офигеть, что происходит? Что-то нездоровое. Белая пустыня. Красиво клетки выглядят. Ну, мне говорили, что типа заповедники... Я согласен, что заповедники классно для инков. Вот если бы я за инков играл, вот эти горы были бы офигительными. Я бы рядом с ними заповедники ставил, они бы просто без ничего кучу выхлопа давали. Но вот рядом с такими чудесами, как Маттерхорн, то есть они, заповедники, хороши рядом с чудесами, которые сами по себе дают какой-то выхлоп. На себе как бы. А на таких... Так. Монумент. Амбар я здесь куплю за веру, за счет валеты. Ну, гавань, наверное. Что тут ждать? Вообще, когда-нибудь с кем-нибудь поторговать сможем? Почему у всех по единице? Я не понимаю. Что за бред? Знаете, она, если сказать так, то он не продает, не будет вообще ни за что торговать, ни за что в жизни торговать. Блин, там бар пустой. Ну, у меня все равно все не хватит. Ладно, тут пускай бары построятся уже. Так, в Казани надо возвращать рост, потому что появилось жилье. Тут появилось. Появилось. Так, тут Ляна еще не приехала, но там и так было. Обнаружен новый континент. Да, ну, конечно. Очень странная игра получается, но я хотя бы по науке догоняю уже. При том, что у меня всего два кампуса. А взял бы я, наверное, науку от религии. Так, ну я монархию приму. Хотя... Блин, а надо ли мне монархия вообще-то? Нет, мне не надо монархия, потому что он мне, во-первых, даст очки эпохи, да? Я нормальный век выйду. Во-вторых, ее бонусы сейчас мне не нужны. Я лучше получаю от античной республики, я уж лучше в теократию сейчас пойду. А мне надо туда идти. Кстати, мне надо свою религию в 6 городов. А у меня раз, два, три, четыре, пять. Ну, Смоленск. Слушай, ну что это? Ну что это вот это? Какая проблема у вьетнамцев и иудеев? Что такое, блин? Какого хера ты сюда лезешь вообще?
блин, еще один миссионер. Ну, я не знаю, мне надо, видимо, учреждать инквизицию, к сожалению. Во-первых, сначала 200 веры. То есть это лишняя трата веры. Универ этого давайте в Новгород. Так, я решил, значит, тут у нас акведук, тут дамба, тут промышленная зона. Но прежде надо тут вот шахтами все уделать. Да и Казань можно бы уделать. Тут и кампусы, блин, нужны. Тут как бы без производства кампус 12 ходов. А, табак. Серьезно, блин. Подождите, что-то я... Монополии... Да, военных юнитов. Ну, я все равно в Тикси сделал, потому что в Тикси просто нету других вариантов. Там еще можно всяких черепах, например, делать вот это. Так, ну, с военные юниты и эти дают, и цитрусовые. Блин, тут, конечно, в Тиксе было бы классно, если бы не военные эти были бы юниты, как его. Гражданские. Там бы я вообще-то клепал... рабочих дальше еще быстрее. Ну, о, какое-то производство появилось. Уже гавань 7 ходов строится. Да, тут, конечно, интересные континенты, они какие-то небольшими получаются. Кахокия. Ну вот Кахокия изначально получается, я так понимаю, стоит. Видимо, можно понимать, что это из варваров. Ну вот, Аютхай уже 45 стало. Тут, видите, минус 1 Валетта. Этот Аккад 20, ну, 28 тоже еще. Уже вроде как нормальная защита. Так, тут больше ничего нету пока. Приобрести миссионера, приобрести гуру. Тут Лян приехала. Создать пикинеров. Сколько у нас ходов? 4. Слушайте, я могу, кстати, кого-нибудь встретить, и мне не хватает до нормального века 2 очков. Может, мне поаккуратнее тут плавать-то? Петра. Вообще, мне... я промышленную зону построил уже, да? На 4, то есть мне за нее давали. Тогда ладно. Тогда ладно. Блин, какого-то великого человека дали. А я не хочу от них отказываться, блин. Может, мне одного взять, от одного отказаться? Как-то так. Так, а сколько ходов? 3. Ну, по идее, она так быстрее будет. А там вулкан еще может извергнуться. Блин, тут еще... Сейчас я же забуду и заберу эту руинку стопудово. Ну, нету смысла мне в нормальный век выходить, вообще никакого. Так, 2 заряда. Надо черепах обрабатывать. Не хочу эти делать. Шедевры. Может, сюда сплавать. Глянуть, что там. Так, тут я все обработал. Опять же, сюда куда-нибудь. Давайте вот
Уберем тут болото. Меня спрашивали в комментариях, можно ли где-то переключать музыку, которая играет в Цивит. Я тоже у своих зрителей спрошу, а вдруг? Мы не знаем, потому что калинка-малинка при игре хуже калинки-малинки, только завывание Кри. А они все еще воюют? Они все еще воюют. У галов вообще уже со всеми плохие отношения. Он пошел в Соликамск мне обращать. Блин, не хочу я тут плавать и кого-либо находить. А, лавра закончена. Вон Сен-Мишель, Анкорват. Ну, наверное, все-таки святилище давайте улучшать. А, в Кронштадте я хотел купить... Нет, я хотел купить апостола и учредить инквизицию. Вопрос, дадут ли мне очки эпохи за это, вот в чем дело. Мне что-то кажется, что дадут. А очень бы не хотелось. Так, тут опять мне нечего строить, начинаю опять строителей делать. Блин. Хочу ли я Амани в какой-либо город отправить? Кажется, Аютхай и Валетта надолго у меня сюзерены. В Аютхаю случайно никто там? Нет. И в Валету... Ну, Валету, мне кажется, вообще никто не видел даже. Наска, Шенгети, Наланда. Давай все-таки Виктора куда-нибудь. Тем более... Гал там, ну, в Новгород, наверное. Или в Смоленск. Где у нас тут 11 жилья? Ну, тут будет... Тут будет акведук в будущем. Ну, Смоленск вроде нормально. Ладно, давайте в Смоленск. Ладно. Так, амбар в Казани. Растем. Ну, вот и что тут? Идук. Это тоже нужен рабочий. Все как-то... Блин, 7 ходов. Нет, это как-то не совсем... 7 ходов это очень долго. Что-то как-то не очень с производством. Лавра фиговая. А, давайте все-таки рабочего. Просто нечего строить. Анкорват. Приятно видеть такого же набожного, как и я. Не думаю, что кто-то вообще набожный, как и я. У меня явно больше всех вход. 102 у Колумбии. Не, 108, но все равно у меня больше, чем у Вьетнама. Да ё-моё! Все равно вышел. Все равно вышел в нормальный век. Соседство промышленной зоны теперь военная карточка? Прикол. Что-то я тоже не видел этого в почноуте. Это, кстати, интересно. Я, правда, ну, как бы по логике непонятно, почему это должно быть военной. Но, в принципе, теперь уже имеет смысл и монархию взять. Не, я уже до теократии дойду. Так, мне надо религию в 6 городах распространить. Ну, сейчас мы будем основывать инквизицию. Да, видите, дает очки эпохи. Ну, я уже вышел. Блин, слушайте, а может я выйду в золотой век все-таки? 2 хода.
Что я там? Значит, я тут пропустил вот эту штучку. Морскую традицию ускорили. Так, что я еще не делал, чтобы не выходить? Кого-то... Ну, тут не факт, что я вообще кого-то встречу, конечно. Встретил, но это город-государство. Атуса тоже. Смотрите, это уже четвертый, получается, лагерь варваров, который превратился в город-государство. Так, я могу Амани взять. Это еще очки эпохи, но все равно как-то я не выхожу, мне кажется. Да, я тут зря пропускал художника, получается. Инженера. Ну да, не выйду все равно в золотой век. Жаль. Очень жаль. А, вот тут я собирался не брать. Я уже возьму, что откладывать. Мне кажется, я в следующей эпохе набью на золотой век уже. И так, и так. Так, здесь надо инквизиторов прикупить. Раз уж мы уже основали инквизицию, или лучше в Соликамске, откуда ближе будет, по-моему, одинаково. Я просто уберу отсюда иудаизм, и у меня уже будет 6 городов в моей религии, я думаю. Храм. Давайте, наверное, с Акведука тут начну. Я тут приду скоро рабочими это все шахты делать. Так, верфи есть. Машина. Давайте машиностроение и книгопечатание сразу пойдем. Остальное мне тут пока не особо. Я просто попытаюсь, может, в казаков быстрее выйти. Для казаков мне две бомбарды. Пожалуй, бомбарды мы пропустим. Вот рыцаря надо бы купить и где-то попробовать. Слушайте, может мне купить... Ну, я сейчас выйду в теократию, построю здесь здание для покупки юнитов за веру. Попробовать купить в Тиксе рыцаря и добежать до варваров. Мне кажется, он еще не успеет превратиться в город. Хатуса. Хатуса тоже хорошая. Все, у нас уже три. Вообще я ставил, сколько там, 18, да, городов государств на огромной карте. Вообще я, кстати, даже не видел, чтобы кого-то захватывали из городов государств. Я думаю даже, что мне прокачивать. Может, лян на аквакультуру. Я смогу тут все обработать. И в Тиксе будет хоть какая-то еда. Давайте, наверное, лян на аквакультуру. И я бы даже купил тут рабочего дальше. Я уже сделал... Сделал инквизитора. Мне этого одного инквизитора хватит. За валету покупать в центре города, но это не так горит, как вырастить Тикси, например. О, черепахи можно. Так что сделаем тут черепах. А они что дают? Плюс 15% науки. А где у нас еще были черепахи? Ну, в Киеве невозможно. Где-то тут еще. Может, в Кронштадте лучше, потому что здесь кампус будет очень хороший. Только извержение вулкана будут черепашку мочить постоянно. Не хотелось бы.
115-114. Ну хотя бы уже у Кореи больше науки, чем у Вьетнама. Но я вообще поражен, конечно, движением Вьетнама, честно говоря. Три производства. Тут даже будет 5, да? И 6. Даже в итоге 6 производств здесь будет. Тут еще, если, когда я район поставлю, наверное, театралку. Возможно. Десять селитры. Нахрена она мне? Так, а куда мы тут город поставим в итоге? Тут еще вино есть. Надо так поставить, чтобы еще и до вина добраться. Вино, янтарь. Два янтаря есть. Даже три. Нет. Я бы вот эти просто два янтаря, потому что там тоже у кого-то янтарь есть. Я не думаю, что его будет большинство. Видимо, на бананы надо. Тогда я янтарь захватываю и вино. Да, идем на бананы. Так, а давайте эту Магнус под Магнусом уберем. Тем более, что это как раз место для промышленной зоны Соликамска. Вообще-то и следующим ходом мы ее тут сможем построить. Вообще-то. Я тут даже в Соликамске отложу производство, чтобы можно было промышленную зону сразу тут поставить. Какая-то вытянутая кишка, что ли, у Вьетнама. Он так расселился странно. Камер и Овидий, мои главные исследователи мира. А, я пропускаю постройку, и у меня все везде дальше стоит, да? На строительстве, я имею в виду. Все стоит на строительство. Ну, я, наверное, давайте, что думаю, на что мне вот веру тратить. Ну, Валетта классная штука. Великих людей каких-то, ну, вот этот на чудеса, что-то не особо хочется. Жалеть, что я художника пропустил. У них очень долго будет набиваться, а у меня, получается, я не буду их брать. Вот это я ошибку сделал, реально. Серьезную. Кайф, вот решит Гал напасть, я просто тупо за 40 покупаю древние стены и не парюсь. Вообще. Это, наверное, амбар. Кстати, тут водяная мельница нормально будет. Потому что в других еще городах есть. Тут водяная мельница не так нормально. Да, водяную мельницу я куплю в Новгороде. Ход. Все у меня хотят селитру, но я не преклонен. Не хочу даже продавать. Ну их нафиг. О, Майя встретил.
Тоже сейчас глянем, что у них с наукой. Ой, кого-то наконец-то убили. Неизвестный город, по-моему, первый город-государство в этой игре, который побежден. Блин, ну, я думаю, что в этот раз Вавилон не особо силен, и серию я на этом закончу. Спасибо, что смотрите, ваши впечатления читаю в комментариях. О том, как тут все развивается, очень странно. Продолжение завтра для спонсоров, возможно, уже в сообществе выложено. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!